Ладно. Сегодня о сумках поговорим. Всем привет! Это снова я. Хочу сегодня поговорить с вами о своих сумках. В следующей неделе, либо через несколько дней, будет видео о моих туфлях. Это будет горячее и длинное видео. Я вообще-то не так сильно люблю сумки, как... Подождите. Повыше сяду. Всё. Вообще-то я не так сильно люблю сумки, как туфли, но ладно. Сейчас мой favorite — это вот эта сумка. Она очень хорошо у меня пошла прошлой зимой. Это Dior. Вот она. И отличное качество, она не двинулась. Я ее уже год как ношу. В прошлом день рождения супруг подарил. Вот, никакого пятна, никакого перехода с одежды, потому что с этим вообще проблема. Вот Dior, это вообще-то Louis Vuitton, типа люкс. Но у Louis Vuitton, вот сумка, которую мне муж подарил 7 лет назад, это первая сумка, которую он мне подарил. И смотрите. Видите, что произошло? Это вообще ничем не снимается. Я в Louis Vuitton не ходила, рекламировать, жаловаться. Они сказали, типа, написано, как надо хранить, и нельзя вообще с темными вещами носить ее, потому что вот такая фигня произойдет. Так что, если будете покупать лакированные, так говорится, да, сумки Louis Vuitton, я не знаю другие фирмы как, но светлые сумки не покупайте, потому что, вот я проверила, конечно, я ошиблась. Вот этот супруг в Москве в ЦУМе покупал, тоже на годовщину. Нет, это не было на годовщину, это не знаю, просто так. Это на годовщину покупали, и опять одно и то же происходит. Так что, вот. Они правда красивые. Вот. Ну, ничего не поделаешь. Я поэтому говорю, вот качество, это вообще круто. Вот, они правда стоят дороже, но это этого стоит. Девочки, кто с России, вы знаете, не проблема вам. Некоторым. А, ладно. Вот, если покупаете лакированный Louis Vuitton, вот темные цвета, они супер пойдут. Вот, например, это чуть темнее, и, ну, вообще-то я ее меньше носила, так что, может быть, из этого у нее, с ней ничего не случилось. Но у меня есть сумка, которая 6-летней давности. Да, 6-летней, на 23. 23 года мне исполнялось, супруг подарил. Она вообще не двинулась. Вот какая была, такая и осталась. Видите? Вот темная лакированная, вот, пожалуйста, покупайте 10-20 лет, я думаю, будет служить 100%. Louis Vuitton тоже. Вот эта сумка мне очень нравится, очень удобно путешествовать, потому что тут я все накидываю, и расчески, и макияж, и паспорт, и 3 телефона, зарядка, я не знаю, что все не закидываю. И вот. Одела, пошла, все. Я не знаю, правда, как называются эти сумки, потому что, ну, мне не интересно, мне что понравилось, вот это и беру. Так что вот. Он тоже идет со всеми. А дальше, что у нас тут? Да, вот эта сумка. Все спрашивают, откуда она? Я не знаю, откуда, потому что здесь написано Made in Italy. Так что вы смотрите, Reindeer, как это называется? Alien? Я не знаю, вот эта штука, короче. Гугли и смотрите, что это вообще за фирма. Но она вообще крутая. Мне очень-очень нравится. У меня, конечно, как у всех девочек, есть City Bag. Но у меня отличие. Я думаю, что ни у кого нету такого. Это я постоянно ее носила, и вот эта штучка открутилась, и все. Ну, она у меня есть, если что, сохранилась. Надо на ремонт отдать. Сори за мой ноготь. Завтра пойду к этим, на маникюр. Так что, City Bag, короче, ношу, и вот. Это только у меня произошло. У кого-то тоже такая фигня происходит, либо это только у меня. А, девочки? Ну ладно. Вот, потом, вот эту сумку я обожаю, и это вообще, вот, на тренировку, в путешествиях, всегда она со мной, правда, и это супруг мне подарил, когда нам годовщина была, видите, написано солнышко, инициали, потому что это солнышко. Да-да, вот я правда люблю эту сумку. Эх. Кстати, я не взяла, у меня есть клатч, не клатч, а это для макияжа, вот такая штука. Это что, может, покажу вам, и он полный с макияжем. Ну, короче, сумки это подходит. Потом в Китай я... Не спит.
Я снимаю видео, пока мой сын спит. Так что сори за мои волосы, сори, что это так быстро. Но по-другому не получается. У меня и нету. Маски на сумку я покупала в Китай, когда я ехала. То есть летала вот 2 месяца назад, по-моему. И она очень хорошо сочетается с моим Fendi сапогами. Вы знаете эти. Как говорят? Ковбойки это по-сербски, а по-русски я не знаю. Вот тут кошелек Louis Vuitton. Ну, смотрите, вот это мои любимые духи. Спрашивают постоянно. Вот какие. Вот. Mancera Wild Candy. Да? Вкусняшка. Ну все, сейчас вам покажу, что еще у нас тут. Покажу вам сумку, которая... Это наш держитель телефона получился. Это очень-очень-очень хорошая сумка. Это покупала в Турции 5 месяцев назад. Это Gucci. Я не знаю, хотела белую тоже купить. Короче, смотри... О, сербские деньги. Люди, широко богато. Да, сербина знаешь, на что в ресторане? Добро, не обидно. Gucci сумка, это я посерпите, сори, деньги разбросала. Это Gucci сумочка, это просто must have этого сезона, я бы сказала. Вот эта сумка и сапоги от Fendi. Я вам покажу, когда буду показывать обувь. С обувью у меня намного лучше, потому что там очень-очень-очень много туфлей. Я обожаю туфли. Вы постоянно просили меня сделать видео про туфли, так что я это исполню. Буду мериться. Целую.